Хоккея «Стокгольм». Добро пожаловать на предстоящий хоккейный вечер. С вами Александр Ткачев и Дмитрий Савин. Впереди нас ожидает настоящая яростная битва между Швецией и Россией. Будем надеяться, что эти ребята захватили с собой на площадку лопаты. Кроме шуток, их соперники – одна из самых трудолюбивых команд лиги. Да, если не копать все 60 минут, проигрыш обеспечен. Цель от поинта! Ковальчук захватывает шайбу. Радула залез в офсайд, и игра остановлена. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборной России. С неудобной руки, слева, мимо цели. Радула. Игра вот-вот начнется. Никулину бросает мощным щелчком. Бросает шайбу. Судья готов к вбрасыванию. Россия выигрывает очередное вбрасывание. Бросил шайбу. Но все же мимо ворот. Это Хенрик Сиди. Заблокирован. Шайбу подбирает сборная Швеции. Пережокину. И он доставляет ее в центр. Быстро бросает. Гол! Какое стремительное начало! Его клюшка буквально пляшет, пока он готовит шайбу для броска. А когда она ему порядком надоедает, ее стремительно уносят с крюка мастера в направлении цели. Россия никого ждать не будет. Ребята знают, если хочешь выиграть, это нужно делать сейчас. Давайте не будем ждать. Бросает цель. Бросок принят на себя. И снова они бросают поворотом. Фиксирует шайбу намертво. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Денисову точный кистевой бросок сходу. Судья готовится произвести удаление. С неудобной руки промахивается мимо. Петров захватывает контроль над шайбой. И быстро еще один бросок. Он зарабатывает удаление за толчок в спину. Россия собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Александр, у команды есть несколько классных бомбардиров в составе, но они все равно будут играть просто. Броски в упор и толкотня перед воротами – все, что они покажут в цели. Бросает шайбу! Пятачка! И снова пасок! Вау, он промазал! Персон! Шайбой владеет сборной Швеции. Вперед Ковальчуку. Все готово к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Швеции. Бело. Расстреливает Гастерсон. Очень тяжело стартовать с двух пропущенных шайб. Он превосходно спас ворота. Россия не может реализовать численное преимущество с первой попытки. И это офсайд. Мы готовы к вбрасыванию. Шайба переходит под контроль сборной Швеции. Торнберг. Пас Бирюкову. Не готовятся к вбрасыванию. Шведы снова выигрывают вбрасывание. Пас вперед Даниэлю Сипину. Он отбирает шайбу. Выход 2-1. Thank you.
контролем сборной Швеции. Отложенный штраф. Сильно бросил. С фланга. Совсем неточный бросок. Он будет оштрафован. За опасную игру высоко поднятой клюшкой. Швеция собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Посмотрим, сумеет ли команда реализовать предоставленную возможность. С самого начала надо наладить хорошую игру. Голы в концовке первого периода они ведут уже в две шайбы. Когда он движется на вратаря, то может проделать массу вещей. И все потому, что этот игрок настоящий маляр. Отлично владеет кистью. Денисову. Быстро бросает шайбу. Дэниелсон. Он отправляет шайбу в зону атаки. Рузгал. Играет клюшкой. Терещенко. Рвется вперед. Далендо. Офсайд. Судья назначает вбрасывание. Сбрасывание выигрывает сборная России. Впереди проводит бросок Хенрику Седину. Период подходит к концу. Счет 2-0. Сейчас состоится вбрасывание. Сбрасывание выигрывает сборная Швеции. Гаставсон дотягивается до шайбы. Выход 1-1. Эриксон быстро бросает. Радулов. Свитову. И он пересек чужую синюю линию. Кистевой бросок с самого пятачка. Кокарев. Снова на льду, так что команды играют в полный состав. Дэниелсон бросил шайбу. Вперед Кокареву. Никулин подбирает свободную шайбу. Бросает шайбу. Кокарев. Бросок и гол. Большое, огромное преимущество в начале второй 20 минут. Гостевые броски гораздо мягче. И он мастер таковых. Без лишних движений спокойно ждет, пока вратарь дернется. Попов выиграл вбрасывание. Бросает шайбу! Как тяжело он поднимается, как тяжело смотрит. Кто-то отутюжил его по полной, он не знает, кто это. Сзади. Шайба пересекает линию, и это проброс. И как тебе его процент голевых бросков? Отлично, Александр. Один бросок, один гол. Посмотрим теперь, получится ли у него двойной. Принимаем ставку. Принимает бросок на себя. Пас вперед. Генрику Секину. Бросает шайбу. Быстро вперед. Пережогину. Пережогин забирает шайбу. Он пасует шайбу Попову. Они готовятся к вбрасыванию. Дениса бросает шайбу. Впереди он зарабатывает удаление. За толчок в спину. Россия второй раз играет в большинстве по ходу матча. В первом случае забросить не удалось, хотя было несколько хороших шансов. Без бросков не бывает голов, это же очевидно. Эрсон появляется из-за ворот. Быстрый бросок. Шайба переходит под контроль сборной Швеции. Шайбу заблокировал. Он забрасывает шайбу. Это гол в большинстве. Он может очень долго держать шайбу, готовясь к броску. Выжидать момент, когда дернется вратарь. И потом бац! Мудрено переиграть того. Попов
выигрывает вбрасывание. Шайбу перехватил сборная России. Пас вперед Пережогину. Он отправляет шайбу в зону атаки. Торнберг. Овечкину. Пас вперед Петрову. Бросает шайбу. Брызгало накрывает шайбу и звучит свисток. Игра вот-вот начнется. Передача Петрову. Бросает с неудобной руки. Дениса. Мощный бросок по воротам. И вот еще один сейв. Судья готов к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Швеции. Рвется вперед. Щелчок. Гастовсон дотягивается до шайбы. Парирует и этот бросок. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Тютина. Выстрелил поблизости от ворот. И снова еще один сейв. Кокарев владеет шайбой. Судья готовится произвести удаление. Бросает шайбу с пятачка. Он вновь поражает ворота. Теперь у него уже два гола. Вот что происходит, когда игрок обладает хорошим хоккейным кругозором. Он выбрал прекрасное положение, чтобы добить эту шайбу. Хенриксен выиграл вбрасывание. Удар. Бирюков подхватывает свободную шайбу. Шайба потеряна. Ковальчук в углу, по центру. Быстрый бросок слева. Эриксон перехватывает шайбу. Хенриксен. Пас вперед Радулову. Выход один на один. Проносит мощнейший бросок. Пятачка. Он забрасывает в верхний угол. Если в НХЛ хотя бы еще один игрок, который любит забивать больше, чем Илья Ковальчук, можно определенно сказать, что этот парень получает огромное удовольствие, пополняя свою личную копилку. Срита выиграл вбрасывание. Шайбу получает сборная Швеции. И это положение вне игры. Опаньки, вы посмотрите, какой грандиозный силовой удар. Ну нельзя же все время играть с опущенной головой. Вот он и напоролся. Россия выигрывает очередное вбрасывание. Период окончен. Показательные 6-0 после 40 минут игры. Начинается третий период, хотя победитель этой встречи известен уже, думается, давно. Вот в таких случаях обычно игра и выходит из-под контроля судьи. Будем надеяться, что команды останутся дисциплинированными в оставшееся время. Бросает быстро! И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Все готово к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Швеции. Кронвал подхватил шайбу. Радула забрал шайбу. В одно касание. Слева. Никулин завладевает шайбой. Радулову бросает шайбу. Пятачка. Терещин получает шайбу. За воротами. Эриксон. Положение вне игры. Смотрите, как игрок проявил себя в этой схватке. Он один из лучших силовиков в лиге. Мы готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная России. Бросает шайбу. Попов сейчас контролирует шайбу. Выход один на один. Бросил в касание. Не готовится к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборной России. Отложенный штраф.
будет оштрафован. За задержку клюшкой. Швеция снова играет в большинстве. Сегодня от игры спецбригад будет зависеть очень многое. Первый раз забросить не удалось. Посмотрим, что будет сейчас. Эриксон. Шайбу потерял. И это офсайд. Что за удар? Он просто влетел в него на полной скорости. Эриксон выигрывает вбрасывание. Эриксон. Его укладывают в плед. Бросает шайбу. Хенри Посидино. Пас вперед. Терещенко. Теперь шайба у шведа. И на сей раз они попадают в офсайд. Судья назначает вбрасывание. Сбрасывание выигрывает сборная России. Дэниелсон. Выход один на один. Он перехватывает шайбу. Дэниелсон. Выход два в одного. Разгал. Парирует шайбу щитком. Удерживает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Терещенко выиграл вбрасывание. Терещенко. Швеция не может реализовать уже второе большинство подряд. Выстреливает. Судьи фиксируют проброс, как только шайба пересекла линию. Они готовятся к вбрасыванию. Россия выигрывает очередной бросок. Гол! Бросок с неудобной руки очень обманчив. Вратарю практически невозможно предугадать, куда будет направлена шайба. И правильное решение может прийти слишком поздно. Ронвал по центру. Бросок, гол! Какой же чудесный гол! Какая же у него крепкая рука! Здесь были и скорость, и точность, присущие кистевому броску. Игра вот-вот начнется. Вот, Таллингер. Бросает! Он промазывает! Мимо цели! За воротами. Гаставсон. Бросает шайбу! Чуточку, но все же мимо ворот. Выход два в одного. Бросает быстро и точно. Вперед Петрову. Здрасте, на трибунах серьезным образом накалились после такого удара. Ведь товарища попросту снесли. Судья готов к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная России. Выстреливает поблизости от ворот. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Передача Овечкину. Пас вперед Даниэлю Сидину. И он отправляет шайбу в зону соперника. Брызгало. Достал шайбу. Он пасует Попову. Судья готовится произвести удаление. Он зарабатывает удаление. За атаку игрока, не владеющего шайбой. Россия уже имеет шайбу, заброшенную в большинстве, и вновь получает численный перевес. Игроки просто великолепно обращаются с шайбой и постоянно открываются в зоне соперника. Еще одно вбрасывание выиграла сборная России. Белов. Он забрасывает в большинстве. Смотрите повнимательнее, на повторе видно, как он ждал паса. И шайбу мы вынесли на блюдечке. Не вижу, с какой там каемочкой. Все готово к вбрасыванию. Медведеву. Эриксон.
Выход один на один. Отложенный пас. Медведев зарабатывает удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой. Если не смог правильно выбрать позицию по отношению к чужому игроку, блокировка – самый простой способ это компенсировать. Швеция. На очереди еще одна двухминутка игры в большинстве. Посмотрим, как они справятся в этот раз. Если будут играть в свою игру, будет все легко. Свита попадает в положение вне игры. Мы готовы к вбрасыванию. Еще одно вбрасывание выиграла сборная России. Швеция теперь с шайбой. Лундквист, и он отправляется в чужую зону. Свитову. Как здорово сыграно, чтобы выбить шайбу с клюшки соперника. Никулин бросил в касание. Они готовятся к вбрасыванию. Терещенко выиграл вбрасывание. С неудобной руки. Он попросту не пробиваем. Судья назначает вбрасывание. Эсан побеждает на вбрасывании. Шайбу получает сборная Швеции. Он выходит один на один с вратарем. Терещенко. Выставил шайбу. Терещенко захватывает контроль над шайбой. Сейчас состоится вбрасывание. Судья готовится произвести удаление. Он будет из штрафов. За толчок в спину. На этом мы завершаем наш рассказ. Россия одерживает победу. Итоговые цифры на табло 9-0. Для вас работали Александр Ткачев и Дмитрий Савин. Не падайте духом и болейте на здоровье.